вместе в тот же час. Увидимся в следующий раз. Вот и все. Пора спать. Закончен сегодняшний выпуск программы «На». Спасибо, что видели все это. И если кому-то из вас программа показалась наполненная большим смыслом, подумайте, возможно, в этом нет ничего особенного. Потому как не важно то, что мы видим вокруг себя, а важно то, как мы живем, относимся к людям и, возможно, еще что-нибудь. Спасибо. С любовью, программа «На». Развили тенденцию, что у людей отсутствует. Клавиатуру пощупай. Ты что, полазь нос, посмотри. Че, что делаешь? Руками постучи по клавиатуре. Двумя. Это начнется. Сейчас более так это эмоционально. Понравилось? На этом месте в тот же час. Увидимся в следующий раз. А вы... Ура! Ура! Тимэнтик Форева! О, свободу Луис Кирвалана. Из программ мы рассказывали вам о фильме «Кундун». Там говорилось о ритуале жертвоприношения красоте, существующем у монахов Тибета. Они